Водолей, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на октябрь месяц. А что вас ожидает в начале, в середине и в конце месяца? В конце расклада я возьму карту совета, что вам высшие силы советуют для вас. И первая карта для вас в начале месяца – это карта пятерка мечей. Почему-то какая-то ситуация, проблема, какие-то, может быть, люди с прошлого, да, от вас ушли, но вы до сих пор, вот даже в начале месяца вы входите, да, как на страже в порядке, да, вы боитесь, чтобы та же ситуация не повторилась. Мои дорогие водолеи, работайте над собой, дайте возможность поработать над какими вашими страхи, которые не то время, когда вы должны переживать, это только в вашем голове, в каких-то ваших мыслях. Здесь ситуация отошла от вас, но вы до сих пор стоите, да, и переживаете. Поэтому работаем над собой и даем себе возможности уйти от каких-то ситуаций, проблем, которые у вас были в прошлом. Давайте посмотрим следующая карта, карта мира. Сохраните свои позиции, цели, возможности, какие-то новые возможности, которые вам высшая сила дает. Даже те позиции, да, то состояние, которое вы есть. Потому что не нужно думать о прошлом, а стараться, да, жить то, что есть настоящее, и поставить себе какие-то новые цели. Хочу сказать по картам мира, может, для некоторых какие-то завершение, может быть, отношения, но пока вы до сих пор как-то, да, мужчины, может, какие-то переживания у вас еще есть. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта это тройка кубков. Постарайтесь радоваться, быть счастливы, где-то вот в начале месяца поехайте с кем-то отдыхать, если даже кто-то вас приглашит, соглашайтесь. Вам вот это, знаете, как это, эти празднования, эти какие-то, знаете, веселья, да, вам будет сохранить ваше внутреннего состояние, мужчина и женщина. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на середину, это карта восьмерка. Но почему-то на середине месяца будет у вас такое желание от всех закрыться, от всех уйти из-за того, что вы до сих пор, да, боитесь. Мужчины и женщины, водолей, может, нужно, да, конечно, закрыться от каких-то людей. Может, нужно закрыться от каких-то, да, людей на работе, от каких-то людей, которым вы не доверяете. Но не нужно уходить от всех. Не нужно, да, закрываться от всех, потому что вы сами, да, будете разрушать себя. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта. Карта рыцаря Пентакли. Вот именно то, что вас разрушает, это ваши страхи, это ваше то, что вы всегда в ожидании, да, что что-то поменяется. Вы ждете, что, знаете, вы ничего не будете делать, а проблема будет решиться. Я буду сидеть, да, в страхах, и все-таки у меня что-то решится. Нет, здесь нужно работать именно над вашими страхами. Здесь нужно работать именно над вашими мыслями, именно то, что как вы думаете. И сохраните себя изнутри. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта на середину. Семерка Пентакли. А у вас почему есть страхи, да? Потому что у вас что-то завершилось в прошлом, а вот начать что-то новое вы переживаете. А вы думаете, а может, меня будут предавать как в прошлом, да, и может, только со мной будут пользоваться, и я не буду счастлива, и я не буду опять радоваться, опять я себя буду разрушать. Нет, мои дорогие, отпускаем, да, своего прошлого, отпускаем каких-то ситуаций из прошлого, людей из прошлого, и взращиванием новых идей, новые отношения, новые знакомства, новая работа, потому что то, что вы будете в середине месяца взращивать, да, вас и приведут, да, и к успеху, и к новым возможностям построить что-то новое в отношении или даже новые отношения. Давайте посмотрим следующая карта на конец. Десятка кубков. Конечно, да, только через каких-то испытаний, только через каких-то падения, да, только, знаете, после какого-то перемена в вашей жизни, да, после, когда мы говорим,
после дождя, да, выходит всегда радуга. Так и у вас. Даже были ситуации, когда вам было тяжело, но у вас уже под конец октября налаживается. Вот у вас именно идет, да, то, что солнышко будет светить в вашей жизни и будет радовать, да, вас вот именно эта радуга, да, для того, чтобы вы были счастливы. Давайте посмотрим следующая карта наконец для вас. Девятка пентаклей. Но почему-то вот просьбы хочется взращивать новый, начать чего-то новое, но у вас опять вот эта пустота, опять вот это состояние, когда вы переживаете, боитесь. Мужчина и женщина, именно водолей, если вы находитесь в отношениях, или даже если вы без отношений, делайте какие-то перемены в вашей жизни. Если вы понимаете, что вы хотите быть счастливой, что вы хотите иметь отношения, то вы можете даже поменять свое какое-то внутреннее мышление, да, свое какое-то внутреннее состояние. Никто не сможет сделать, да, для вас, да, вот и именно какие-то страхи, да, работать, только вы сами этого сможете. Но очень много здесь показывает, что у водолей страхов, да, переживания, они как-то не могут это преодолевать. Они-то хотят, мысли есть, но как будто ставить себе какой-то барьер. Давайте посмотрим карту совета, да, только через работу. Вы мастера. Да, конечно, вы стараетесь, но только через работу, только через ваших стараний, только то, чтобы вы не были в этих мыслях, что все впустую, все зря, я не получаю какой-то результат, и у меня что-то не получается, я не достигаю то, что я хочу. Поверьте мне, что то, что вы будете взращивать вот именно в октябре месяце, в середине, на протяжении 8 месяцев вы это получите, у вас исполнится ваше желание. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране телефона. И чтобы не пропустить новые видео, подписываемся на YouTube-канале.